Мебельный интернет-магазин Cool House. Мои отзывы о покупке товара, заказе и о качестве. Смотрим. Всем привет! Хочу оставить отзыв. Это шкаф-купе. Вот его корпус. Шкаф нам делали на заказ. Должен был быть он так. Посередине полочки, по бокам вешалки. Но ждали мы его месяц, потому что я заказала, чтобы полочки были везде. Дополнительные полочки оплачиваются отдельно. Вот они, полочки. За каждую полочку, получается, выходило, по-моему, 280 гривен. Они должны быть вот здесь. И шкаф заказывали по интернету. Его стоимость составляет с доставкой 16 тысяч. До того, как я обратилась на этот сайт, я захотела заказать в Павлограде. Но там мне насчитали точно такой же шкаф, ровно на 46 тысяч. Дальше я прикреплю скриншоты, покажу. По шкафу, пока мы его до конца не собрали, пока ничего говорить не буду. Скажу за девушку, которая меня обслуживала. Марина очень приятная, отзывчивая. Ну, то есть, профессионал своего дела. Спасибо огромное ей. Я ей вымотала весь мозг, потому что то мне не нравится, то я не хочу, так не хочу. Ну, то есть, она молодец. Во всем поддерживала, помогала, предлагала. Умничка. Спасибо большое. В магазинах нашего города такой шкаф тоже выходит очень-очень дорого. Ну, не 46 тысяч, немножко дешевле, но тоже выходит в копеечку. Так что я всем советую обращаться только через сайт Cool House. Во-первых, доступная цена. Доставка тоже доступная. Доставка нам обошлась с Днепра до Терновки 610 гривен. По Днепру, если я не ошибаюсь, вообще бесплатно. Естественно, возможно, пересылка новой почты, ну или какой-то другой. При заказе шкафа вы выбираете полностью все до мельчайших там шурупиков, каким цветом, какой материал. То есть зеркала вот у меня затемненные черные. Чем выше и шире шкаф, получается, тем дороже. Наш шкаф выходит 2,20 на 2,40. Глубина 45 сантиметров. Зеркала мы выбрали графитовые. Алюминиевые боковушечки, вот эти вот, цвет венги. А и сам корпус тоже венги. Вот вешалок мы отказались, так как заказали дополнительные полки, но нам все равно их положили. Также целые лупики, пластмассочки. Мебельный салон города Павлограда, Гравитовской области. Магазин «Ясень». Ну, какая есть. Сейчас дальше прикрепляю фотографии. Вообще не советую заказывать в мебельных салонах. Лучше заказать через интернет. Там намного дешевле. В очень много раз. Хотела огромное спасибо сказать Мариночке, менеджеру, который меня обслуживал. Мариночка, огромное тебе спасибо. Всего тебе наилучшего, больших продаж, хороших клиентов. Ну и всего-всего. Спасибо, моя девочка. Мне очень понравился мой заказ. Вот наш шкафчик. Обалденное качество, красота. Вообще, у меня нет слов. Спасибо большое. Я очень довольна своим заказом. Черные зеркала бесподобно смотрятся. Обращайтесь только в Cool House.